Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на Like of Game и добро пожаловать на начало прохождения замечательной игры, культовой игры Dishonored. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра. Ребят, играю я в стимовскую версию, которую купил, если не дать соврать, дайте вспомню, лет 4, может быть 5 лет тому назад. И прошел эпилог и только сказал: господи, игра просто гениальна. Гениально, и я должен ее записать на канал. Прошло вот 4, то ли 4, то ли 5 лет, короче, прошло. И все, я добрался до нее, ура. Вчера мы закончили с вами Strine, в принципе, и начинаем новую игрушку. Ура, ребята. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра. Давайте новую начнем. Так, низкая, привет Славику. Средняя, привет Глебу. Высокая, привет Руслану. И высочайшая, ребята, высочайшая. Зажгем рок моей дыре. Что я постоянно путаю? В этой дыре, не в моей дыре, а в этой дыре. Давайте, ребят, высочайшая. Так, что такое яркость? Настраиваю яркость так, чтобы едва различимые самые темные символы. Я еле-еле эти символы. Ну, все нормально, значит. Окей. А при создании новой игры предыдущего тест сохранения будет перезаписано. Да, кстати, давайте я перед началом еще скажу. В этой игре нет русской озвучки. Кстати, жаль, что нету. Я, наверное, буду читать, не перебивая, ну, кто озвучил в игру. И мы с вами, в принципе, и вы, и я будем читать субтитры. Вот. Поэтому я просто не люблю, знаете, когда говорят там по-английски в игре, и я еще читаю, и это все в кашу превращается, и два голоса друг друга перебивают. Вот я вот такое не люблю, поэтому будем, в принципе, уважать, кто озвучил игру. Жалко, конечно, русской озвучки нет. Вот некоторые моменты, где я, конечно, буду читать, чтобы где озвучки, в принципе, нету, никто не говорит. Ну, поехали. Я уже заговорился. Башня Дану-Ола. Ага. Возвращение домой. За последние несколько месяцев вы объехали разные земли, пытаясь найти помощь в борьбе с крысиной чумой. Теперь вы вернулись домой и должны сообщить о результатах поиски императрицы. Подожди, императрица. Это той самой императрицы? Нашей императрицы. На службе которой вы стоите в чине лорда-защитника. Замечательно. Погнали. Corvo, if only there was someone else I trusted to send. So that you could remain near. But there is no one else. And the spymaster was right to insist that I send you. The plague has taken so many, and we must find a cure. When you are near, my heart is at peace. Emily and I will count the days until you return. Hurry home and bring good news. Река Волга. Steady hand. That's it. Watch it. Casting off line. Casting off. We're away. Смотри, по сторонам скользим, мышь. Хорошо. Lord Corvo has news for the Empress, and we've come a long way. A long way to bring bad news. Это какой-то мажорский, да, среди катер. Black magic. Superstition. For all we know, there's a cure for the plague by now. Maybe. We live in strange times. Sending the Empress. Кстати, ребят, напишите, пожалуйста, какого года игрушка, потому что игрушка, ну, реально старая, но в нее как бы приятно играть. Я знаю, что культовая игрушка, потому что в эту игрушку проходит и на спидране, и проходит без убийств, и проходит типа с одним убийством. Так, секунду. Так, ну вот так всегда. Стоит только начать запись, и сразу ты нужен всем подряд. Эй, там, поднимаемся! Шлюз закрыт, мы готовы. Открывай вентили и поднимаемся. Кстати, я когда путешествовал на теплоходе Тимирязева с Астрахани до Казани, вот ездили мы в путешествие небольшое, то мы на Волгоградском, ну, шлюзе тоже вот так заезжали в бокс, и нас, в принципе, уровень воды поднимали.
чтобы сравнять с Волгой. Так. You know what to do next time? Yes, yes. The pressure was too low. All these new machines are touching. Жуткий, говорит. There he is. Good voyage, sir. Welcome back, Lord Protector. Welcome. Protector. Какой ампир какой-то? Башня Дону Ола. Алло. Тут нет ничего секретного у нас. Отсылок каких-нибудь. Эй, вы там! Эй-яй-яй-яй! Корво, ты вернулся. Давайте обнимемся. Расскажи мне о поездке, пожалуйста. Ты видел китов? Hide and seek first. I'll cover my eyes and you hide. You have time? Mother's busy talking to that nasty old spy master. Мерзкий старик. Давай попробуем. Okay, here we go. Отлично. Дополнительно сидеть всеми под мостом. Going to climb up to the rooftop. Did you see any monsters while traveling to the other isles? My nanny says the big ocean's full of them. But I think she only says that to scare me. Let's see if you're still good at this. I'll hide my eyes and count, and at the end of the countdown, I'll try and find you. Okay, I'm going to count to 10. Find a place Давай. To hide. Может, ей податься как-то? Ой, ребенок. Так, нажмите сеть, чтобы перейти в режим скрытный режим. И спрятаться за каким-нибудь предметом. Так, в скрытом режиме вы будете меньше шуметь при ходьбе. Ага. One, two, three, four, five, six, seven, вы так еще жестко спрятались, ребят. Here I come. Я иду искать. Маньячила какая-то. Так, нажмите Q, и вы можете выглядывать из-за угла. Ага, спасибо. Хопа, хопа. Я всегда тебя нахожу. А может здесь? Okay, you win. We should go now, so mother can see you too. Постой. Later, will you show me that Tivian chokehold like you promised? Ага. I won't tell mother. Так, я понял. Дайте посмотри, что тут у нас. Мусорка. Это Шнайдер тут для Шнайдера. Я просто из тех людей, которые, знаете, любитель по всем, каждому углу пошариться, посмотреть, что да как. Ну все-таки рисовали же, для кого-то рисовали же это. Надо же оценить. Буйки, мост какой-то, которого нету. Ага. Так, а это куда нас приводит лестница? Выпустите! Я понял. Дерево, кстати, такое ощущение, как будто ветер дул, короче, и потом... и он замерзло, короче. В этом положении. Ну, погнали. Опа, прыжок. Welcome home, Lord Protector. Stop moving, Campbell. And you, Corvo, welcome back. From wherever you've been. They sent him all around the Isles to beg for aid. A waste of time. My elixir will banish the plague from this city. Now keep still a moment, High Overseer Campbell. Mm-hmm. I'm not so sure that painting looks like Campbell. Совсем другой? Ну-ка. Да нет. Нет, в принципе, похожий. А что это такое? Стул с чехлом, ляты деловые какие. Че это? Опа, забрался. It was a fool's errand, Corvo. The plague comes from inside us.
Сонька, золотая ручка, ничего, никто ничего не видел. Хоп-хоп-хоп-хоп. Привет, красотка. Hello, my lord. We've gone beyond that question, your majesty. They're my citizens, and we will save them from the plague if we can. All of them. Very well. We will not speak of this again. Mother, Corvo is back. Thank you, Emily. Leave us, please. As you wish, your majesty. Corvo, 2 days early. Full of surprises, as usual. Так, императрица. Здравствуйте. That brings you home to me. What Follow news me, have you brought? Captain. We should leave them. I hope that one of the other cities had dealt with this before, knew of some cure. This news is very bad. We're at the breaking point. Cowards. They're going to blockade us. They'll wait to see if the plague turns the city into a graveyard. Are you okay, Mother? You seem sad. Yes, don't worry, darling. Mother is fine. Wait, where are the guards? Who sent them away? Mother, look! What are they doing on the rooftop? What? Emily, come here! What? О, мои, у меня даже мурашки пошли. Что это такое? Нажмите, чтобы атаковать правой рукой. Если вы выбрали оружие или умение для левой рукой, нажмите правую, чтобы атаковать левой. Так, что? Если вы выбрали оружие или умение для левой руки, нажмите правую кнопку мыши, чтобы атаковать левой. О, господи, как ты? Короче, нажми. Я просто понял. Левую, правую. Погнали. Так. Удерживайте Ctrl, чтобы заблокировать удар вражеского клинка. Если правильно подгадать время, вы будете... Вы выберете противника из равновесия и сможете нанести ответный удар. Давай, бей меня. Все, моя госпожа, где охрана? Ах, тут паршивки. Corvo, thank you. If you hadn't been here. No more. Not again. Mommy! No! Get away from her! Corvo! Вы паршивцы такие. Corvo, it's all coming apart. Find, find Emily. Protect her. You're the only one who'll know what to do. Won't you? Corvo. Чувак сразу появился, видите. Ward us all. Look at what he's done. Yes, he's killed the Empress. Ты что, с ума сошли? Я ничего не видел. What did you do with young lady Emily, traitor? Her own bodyguard. Ironic. I'll see you beheaded for this, Corvo. Peg him. Dishonored. Кстати, когда вот эти застаки появляются, у меня 30 FPS почему-то, а в самой игре вроде нормально 60. Тюрьма? Колдридж, ага, невинно осужденный. Полгода прошло с тех пор, как глава тайной службы обвинили вас в убийстве императрицы и заговоре с целью убить Эмили, наследницу престола. Все это время вы провели в тюрьме, Колдридж, в ожидании казни. Ага. Кстати, знаешь, что в этой тюрьме... Можно, типа, вообще никого не убивать. Можно выбраться, хоп-хоп-хоп. Но я не знаю, постарайся. Олдред Сэл... О май гад, попытать меня будут. Sign the confession, and let me give you the rights to put your spirit at ease. Больно мне, больно. И не унять эту боль. That's enough for now. Get out. Let's give the man some time. To think. Corvo, the Empress is dead.
Her daughter Emily is hidden away, and no one will ever know the truth. Yes, unlucky you. Tomorrow you'll be executed, but it's for a good cause. This country needs strong leadership now, someone to guide the weak. And that's Походу, это они все затеяли, да? There was nothing personal in this, even though you almost sank our plans. But it turned out well. You were in the wrong place at the right time, and someone has to take the fall. Goodbye, Corvo. Guards! Take him back to his cell. Темный экран, а вот this meal comes from a friend. Передали друзья. Это хорошо. Кстати, освещение прикольное такое. Реально, игрушка, я не знаю, какого года. Чтобы блокировать удар. Зажмите, шо? А это что еще с той миссии? Люди! Люди! Вот вам RTX технология, лучи, ребята, вы шо? Это лучи RTX. Say your sister was? Please, not now. Так, прочитайте письмо. Так, анонимные сообщения, Корва. Сейчас не важно, кто мы. Знайте, что мы вам верим. Вот ключ от вашей камеры. Когда освободитесь, отправляйтесь в допросную. Возьмите там взрывчатку, установите ее на внешней двери. После взрыва бегите, доберитесь до реки, опуститесь в катакомбы. Там вы найдете припасы для вас снаряжение. Тюремный охранник оставит оружие рядом с вашей камерой. Желаем удачи. Нам крайне важно, чтобы вы оставались живы и здоровы. Друг Слава. Хорошо. Оружие. Ага, ага. Давай, хопа. Я теперь... О, мы под стол можем залезть, что? Прикиньте. Поднять. Что это было? Тихо, 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 тихо. Нужен ключ. Не, ну походу я тут не смогу, наверное, чтобы вот так. Доступ. Ага. Так. Есть, да, другие. I don't belong here. I never did nothing. She lied. Abducted her daughter, Emily. Так, хуй, я же испугался этим появлением. Убийство и оглушение. Вооружитесь клинком, незаметно подберите к противнику и убить его на... Ну, левую кнопку мышь, понятно. Или оглушить, для этого нажмите удерживая контр. Удерживай, да, надо нажать, смотрите. Не просто нажать, а удерживай. Если действительно действует скрытно, избегать убийства будет меньше крыс и плакальщиков, которые персонаж будут лучше к вам относиться. А финал выйдет не менее мрачный. Нет, да, ну, кстати, хорошим будет у нас финал, ну, постарайся. Right. Social event for the high and mighty. Come see the noble lord protector get his head chopped off. You're as bad as us betting on the dog fight. Attention. The solitary wing is off limits to maintenance crew, unless accompanied by an officer of the watch. Escort through the solitary wing must be scheduled in advance with one. Так, давай его спрячем, наверное. Он храпит, короче. Я его оглушил, а он храпит. Спи, моя радость, усни. Глазки закрой ты свои. Кстати, а чё мы, почему мы не правую кнопку? А, правую кнопку мыши мы стреляем, я понял. Ну да, тут походу какие-то убийцы, маньяки. Так, ну тут, кстати, прикольно, что в тени можно этот нормально. Ну, типа, тут система, видите, такая, что в тени нас, короче, не видит. Прикольно сделано. А, мы можем Q уже это, я забываю. Слышите, это же из Assassin's Creed этот.
песни пирата. Так пропел. Он может залезть куда-то, смотрите. Хотя он пройдет, но я не буду их убивать. Будь маленький крысеныш. Я не про тебя, мужик. Маленькое такое мое. Так, что это такое? Целебный эликсир поднять. Блин, а как убрать теперь R, чтобы... Не-не, зачем выпить? Блин, зря я взял оружие. Как убрать теперь его? Блин, чувак сюда же идет, да? Подожди, блин, подожди, я хотел этот. Чувачечные. Автосейв. Это же автосейв, да? Вот кадр меня заметил. Ну мы сейчас умнее просто будем, ничего страшного. Все. Теперь мы знаем куда. One who killed the Empress and abducted her daughter, Emily. So it's an occasion. Right. A social event for the high and mighty. Dad bastard. See the noble lord protector. He used to spit my food. They're as bad as us betting on the dogfights. Attention. The solitary wing is off limits to maintenance crews, unless accompanied by an officer of the watch. Я, кстати, оружие не знаю, брать, не брать, а на что убирать просто я-то не знаю, ребят. Кстати, это отсылка, наверное, интересно. Дайте посмотрю, есть ли убрать оружие, есть такое. Шаг вправо, скрытный режим, бег, уклон. Не судить строго, ребят, просто впервые как бы играю первый раз, поэтому. Поэтому еще надо много чему научиться в игре. Если просто есть кто-то профессионал, такие, ага, ты шо, придурок, не так делаешь, или то-то, то-то. Съесть, не, зачем съесть? Подобрать. Есть, ну, сейчас есть не надо, мне кажется. У нас-то. Лучше оставим, если что. А нажмите, чтобы заглянуть. Бля, ты посмотри, мы еще тут так можем. Блин, прикольно. Сюда кто-то идет? Его выкинем, наверное. Вот здесь, в темноте. И моя радость усни. Кстати, ага, смотрите. А, на F, короче, убирать. Теперь все, я теперь знаю. На F убирать оружие. Attention. The solitary wing is off limits to maintenance crews, unless accompanied by an officer. Прогулочная дорожка. Ага. Escort through the solitary wing must be scheduled. Ничего же нет. Есть монетки. Монетки не упустил, ребята. Я, кстати, даже не знаю, на что монетки тратить. Тут чувак ходит. Так, давайте я в тень его, наверное, скину. Слушай, а есть скинуть правую кнопку? Ой, нет, мать.
Убери, убери. Убери, как на «э». Кстати, сейчас он не убирается почему-то. Attention. Tomorrow's execution will be restricted to the personnel. Давай, убирай на «э». To the event and approved dignitaries only. Блин, а чё он до этого? Он до этого... Я убирал же на «э». Он сейчас не хочет убирать почему-то. Плак-плак. Во-во-во, оружие убрал только что. Хотя, может, я долго, когда не пользуюсь оружием, может, он этот? Может быть, он сам убирает? Допросная комната, ага. Или кто знает, ребят, напишите обязательно, если кто знает, на какую клавишу убирать. Потому что я что-то заходил на настройки и не сильно-то увидел. Corvo's unconscious again. Though he's taken more punishment than in two men we brought in for interrogation. When he wakes, we'll start again. Having him sign the confession for her murder isn't critical. But it might be useful to us later. The assassination of an empress is not a trivial matter. Mm-hmm. Прочитать. Так, рапорт дежурного офицера. Рапорт дежурного офицера о допросе Корвора. Бывший королевский защитник Корво Атома. Атона? Атона, да? Атона, Атона. Будет доставлен для допроса. Дело исключительно важность. Допрос проведут лично лорд-регент. Ага, и верховный смотритель Кем Белл. Это, кстати, английские имена, да, все? Английские фамилии, кстати, вот сложные вот такие произношения. Без промедления выполняйте их команды, следите за тем, чтобы палач не переусердствовал. Если Кор умрет в его руках, вы займете место преступника, казнь которую так ждет лорд-регент. Ага. Так, узнать о дневнике. Что? А дневник у нас какой-то есть. Нажмите G, чтобы открыть дневник. Там можно посмотреть цели, задания выберите, какие из последних. Так, суброд, для тополя. Так, цели, заметки. А, это, подожди, это же обучал. Давай, давай, глянем. Так, цели. Найдите взрывчатку, взрывчатка. Ага. Сведения. Предметы. Заметки. Ага, монеты. Монета с профилем лорда Регата. Ага. Серебряный эликсир, кстати, не на что пока не будем тратить. Будем прям экономить. Еврейские это будем. Тактика еврейская у нас. Вот. Бля ты, нифига себе. Портрет тут. Так, садимся. Во, кстати, вот смотрите, он убрал. Я не знаю, как это работает, если честно. Бутылку взять, но и бутылку кинуть, я так понял, да? Кидать мы не будем пока. Ага. Слушай, подожди, а может быть... А, нет, все. Я просто думал, что мы ее в этот... Прочитать. Испытание пригодности. Отрывок из книги «Тайные ритуалы аббатства Славика». Если ребенок проявляет достойные наклонности, его отменяют специальным образом. Назначение смотрителя в течение года тайно следит за ним, чтобы выявить указания звезд и иные знаки, подтверждающие пригодность ребенка. По истечении этого срока выбранные кандидаты покидают дом за несколько часов до рассвета. Им приказывают идти к заставе, расположенной за городом. Так дети готовятся к ритуалу, к испытанию пригодности, их пригодности. В конце месяца дождя они отправляются в паломничество к Белому Утесу. Во время сложной церемонии выявляется, кому из них суждено стать смотрителем, а кого следует отвергнуть. Ну, сложно. Так, мы взяли бомбу. Коридор к посту. Замечательно. Так, это моя кровь. А, нет, это этот же. Ребята, он еще горячо. Стой!
Так, я только что увидел. The solitary wing is off limits to maintenance crews, unless accompanied by an officer of the watch. Escort through the solitary. Так, подожди, нам куда теперь? А это дверь, кстати. Тюремный двор. I was gonna report that boiler leak from yesterday. Forget it. Just do your rounds. A report's trouble for both of us. Болтает. I'm moving. Они же тебя ни да не видят, и они меня вообще не слышат. Shut up. Keep your eyes open. Ё-мать моя женщина, вы что мне не дали? А я хотел без убийств. Блин, ну давайте, ну я не знаю, просто как-то начинать с убийства как-то неохота, если честно. Все, так, мы это взяли, все взяли. Так, прочитали. Я, конечно, не буду всю игру вот так проходить, но вначале пока что я хочу, ну, вот так сыграть. Типа... Я не собираюсь прям всю игру вот так не убивать никого. Нет, конечно. Я буду убивать, но... Акверт, ты лазий слуг. Ты патрул в ярд? Кстати, когда он лицом ко мне, получается, он меня видит, да? Ага. Просто там тень была, я поэтому и подумал, что типа... Что он меня типа не видит. Нет, не всякая тень, короче, да? Так, а тот куда пошел? Тот сюда пошел. Вот он спиной стоит. Крыло поста. Так, чувак, просто тот смотрит на меня, блин, боюсь я. Меня не увидеть, да? Ниндзя, черепашки, мы букашки, мы какашки, мы зеленые. Ниндзя, черепашки. Все? Так, а по какой трубе правильно идти? Я не вижу тут вообще кто есть. Тут один охранник есть, но его походу мне придется. А тут два охранника. Посмотрите-ка. Обратите внимание на наше состояние. Установите бомбу. Так, давай, я не хочу просто не спадать. Давай посмотрим, как он. Кстати, сюда я могу, да, спрятаться еще? Сейчас он спиной повернется ко мне, он как-то, ну, по идее, же должен. Три, два, один! Бежим! Мать, а то еще не отпускайся, прыгаем! Давайте, бежать из стрельбы! Котриджи. Не стреляй, да, там? Ауч. Бе-бе-бе-бе-бе-бе. Не попали. Ха. Катакомбы. Замечательно. Зови подмогу, отправь людей. Так, катакомбы оставить в тюрьме Коль. Что, зачем оставаться? В катакомбы, конечно. Так, катакомбы. Чтобы уточнить задание, можно заглянуть, чего ты не успел прочитать. Беглец, с помощью неведомых друзей вам удалось бежать из тюрьмы Коттедж. Теперь нужно добраться до реки Ренхевент, где вас ожидают союзники. Замечательно. Ребят, давайте, наверное, на этом с вами и остановимся, на этом замечательном моменте. Бежать из тюрьмы мы это выполнили. И, в принципе, завтра продолжим с этого же самого момента. Оп, да. Outside
Так, Outsider. Outsider. Among Us. Чё, это, походу, отсылка к чему-то, я так понял, да? A Walk Among Us. Да. Но это, кстати, вторая отсылка. Со свистом я типа... Я слышал первую отсылку, это вторая. Что хочу еще сказать. Ритуальчик, вы знаете, лайк, подписка и коммент. Мне видосик не болейте, не чихайте. Всем хорошего настроения. И на протяжении 3 лет уже выпускаю видео для вас. Видео выходит каждый день, стримы выходят каждый день. Все ссылочки нужные найдете вам под описанием этого видеоролика. С вами был Лайков Гейм. Всех люблю, всех целую. Ну и всем пока.